Чемпион мира по боксу по версии WBC стал боксер-профессионал Марат Кулумбеков. Пояс победителя спортсмен завоевал в 10-раундовом поединке с 24-летним боксером из Грузии Михаилом Хусешвили. Приз международного турнира Всемирного боксерского совета Марат привез в Северную Осетию. В аэропорту его встречали самые преданные болельщики, его друзья. Марат Кулумбеков тренируется на Украине в киевском клубе под руководством Владимира Ходаковского. Но на международных турнирах он представляет Россию. Первый тренер Кулумбекова – мастер спорта международного класса Роберт Плиев. На профессиональный ринг Марат вышел в 2011 году. За это время он уже провел 13 поединков. 12 одержал победы, причем 7 из них завершил нокаутами. Боксировал я с грузином, он с Тбилиси. Как бы у него так... Рекорд такой хороший, ну, 49 боев, 30 побед, 19 поражений. Ну, честно говоря, я не ожидал такого боя. Он как бы сам не работал и мне не давал работать, как бы. Вроде бы я смотрел его видеозаписи, он как бы по-другому боксировал. Я очень рад, это мой первый титул, и я думаю, что не последний.